Всем-всем доброе время суток. Смотрите, и у нас пришла весна. Да так быстро прям. Прям за несколько дней все у нас уже расцвело. Черемуха цветет. Рябина собралась вот тоже цвести. Возле это во дворе у нас, возле подъезда, вишня вот тоже цветет. А на даче еще не цветет. Возле подъезда цветет. Обожаю запах черемухи. Обожаю. И вкус мне нравится черемухи. Здорово. А мы собрались сейчас съездить, поехать на дачу. И посмотрим, что у нас там творится. Прям одним днем все зазеленело. Выхлоп получился такой у природы. Таилась, таилась, терпела, терпела. Потом бах, и за два дня у нас прям все стало зеленое. Красивое такое. Вдалеке в лесу там черемуха, и запах прям идет. Пахнет хорошо так. Прям глаз радуется, душа отдыхает. А запах какой из леса идет. Черемуха, сосна. Ой, прелесть прям. Только вот за людей прям стыдно, что они не ценят такую красоту. Столько мусора по обочинам выбрасывают. Эх, люди. Так, что тут без нас происходит? Тюльпанчики распускаются. А это вот, не знаю я, что это такое. Тоже голубенькое. Но какие-то цветы, эти листы крупные. Барвинок. Все считают, что это сорняк. А мне он очень нравится. Голубенькие цветочки такие красивые. Мне очень нравится. Батюшки. Позавчера мы были. Еще ничего. Только начинал цвет на груши. А сейчас она вся белая такая. Ой, красивая. И слива. Слива начинает вон там вдалеке. Слива начинает тоже цвести. Будет запах. О, вот что. Вот тоже слива. Только не такая, как там. Тоже цветет. Да. Ну, пионы поднялись. Вот здесь у меня тоже кучка тюльпанчиков распустятся. И где-то здесь даже черный один тюльпан у меня есть. Я его в том году увидела. Вот кустики пионов. Эти что-то уже такие пышные. А эти вот только-только вылезли. Есть вот такие два куста хост здесь и там перед домиком. Их надо рассадить. Куда-то. А куда их рассадить, пока не определилась я, где у нас будут дорожки. Я хотела вдоль дорожек или вдоль цветника. А здесь мы посадили тыкву. Вот. Посмотрим, что получится. И позавчера мы ехали мимо кучи, где копают землю самосвалами. И привезли вот такую кучу за 3500 земли нам. Чтобы оформить до конца уже место для стоянки машины. У нас проблема, потому что труба вот проходит. Не просто заезжаешь по ровной, а надо делать такую типа эстакады. Вот. Ну вот пока и все. Как-то без деревьев голо. Вот здесь было полностью все заполнено деревьями. Прорядили. С одной стороны, хорошо, конечно, когда культурно пытаешься сделать. А с другой стороны, дикость, конечно, вот это прекрасно. Накупили всяких распылителей. Сейчас будем экспериментировать. Это вот один. Ну, включи, посмотрим. И они все многорежимные. Ух ты! Прикольно.
Ну да, не поймешь, куда чего поливают. Но зато он красивый. Вот именно. Там переключай. Три штуки мы купили разных. О, вот этот можно будет в водоем поставить. Фонтан такой красивый будет. Красота. Летний душ. Ну да. Это ты давление убавил? Да. А ну сделай максимальное. О, красотень. Еще сделать цветную ленту светящуюся. И прям парк культуры и отдыха. Хорошо. О, дождь. Прям летний дождь. Ну на одном месте нельзя, он сейчас дырку выдолбит в рядке. Красиво тоже. Птички. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. О. Вот так еще он может. Работа стоит, а мы играемся. О, это просто тупо в две стороны он бьет. Не, давай по кругу, наверное. По кругу, который. Ну да, такой вот режим. О, не надо с лейкой бегать. Или не надо с лейкой бегать, поставил и пусть поливается. Тут у меня огурчики уже вылезли. Вон они. Не жарко ли им здесь? Кукурузка, кукурузка. Сейчас мы ее тоже польем. Где тут шершень прилетел воду пить? Воду пьет, смотри. Вон. Он воду пьет? А? Ну, наверное. Ой, умывается. Воды нигде не надо. Это шершень называется? Да. Ну да, сейчас все слетятся водички попить. Чуть лапками перебирает. Он воду пьет точно. Ты бедный. Пить хочет. Напугался. Шуганул. Ну пей, пей, только не кусайся. Говорят, они очень больно кусают. Ты чё? Незабудки. Люпинчик хороший. Свет падает. И смородина. Не, я снимаю. И смородинки. Вот сколько завязалось. Это у меня красненькое. Вот это место я хочу столбы сделать и под качели. У меня здесь очень много незабудочек. Я их перенесла. Сейчас покажу, куда. Здесь вот я посадила дикий виноград. Здесь арка будет. Вот у меня есть проход между кладовкой и вагончиком. Здесь малинник. Вот где уже покупано, это уже соседская территория. И вот за кладовкой и туалетом я насажала незабудок. Вон у меня хрен уже вылез. В том году мне соседка давала. Я воткнула елочку, воткнула. Ну, вырастет, вырастет. И виноград. Я хочу, чтобы все у меня было в винограде. Еще каждый год у меня вылазят вот такие цветочки. Я не знаю, что это. Я уже показывала, когда они маленькие были. Вот они вырастут в человеческий рост. Листья крупные, красивые. У нас напротив дома бессовестные люди мусор бросают. Я начала субботник делать. Вон пакет лежит. Я собрала мусор. Ой, собирать и собирать еще. Едут и выставляют пакеты с мусором.
птица сидит. Ее не видно. А что за птица? Это он выкупался и сидит. Вон крутится вода. И он выкупался и сидит. Обсыхает. Интересно. Мокренький. Большая какая-то птица. Шо? Не можешь улететь, да? Накупался. Они тут в очередь сидели, купались под вот этой вертушкой. Да мне кажется, он и в руки может даться. Он не может улететь. Ты кто такой? Я приблизила. Да. Ага, перламутровый клювик. Все, никто не будет больше купаться. Ну сохни, сохни, непуганная птичка. Не бойся. Я тебя не обижу. Он, наверное, внутренним теплом согревается. Я нашла вот еще какой-то цветок интересный. Листочки тоненькие. А здесь как тюльпанчик. Такая головка у него. Не знаю, кто такой. У меня здесь все в незабудках. Хинацея. Тюльпанчики. Дикая природа.